Всех приветствую, продолжаем знакомиться с творчеством художников Диего Дайер. Родился в 1978 году в городе Рафаэло, провинция де Санта-Фе, Аргентина. Я пользуюсь данными, которые мне удалось найти в интернете. Изучал мастерство в живописи в Кордове. Его изображение задает вопросы восприятия, представляя зрителю основной предмет, а затем представляя другие, вызывающие воспоминания фигуры, которые придают глубину его искусству. Часто у фигур завязаны глаза, что отражает идею о том, что мы иногда не желаем видеть реальность такой, как она есть. Его творение фигуры с разными уровнями реальности отражает тайны и переживания из его собственного прошлого. Мастерство и ясность его живописи редко можно увидеть у такого молодого художника. Его полотна и рисунки видят и ими восхищаются в Соединенных Штатах и остальном мире. Он представлен в галерее Брайанта в Новом Орлеане в Соединенных Штатах и Центр культуры Гойя в Буэнос-Айресе. В настоящее время живет и работает в Кордове, Аргентина. Но так вкратце, по данному из интернета, о художнике Диего Дайер. Пока-пока, до свидания, смотрим работу.